Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимадзе, и давненько мы с вами уже не играли в GTA 4. Это третья серия пятого сезона, пропащий обреченный. Опа. Алло? Эш? Джонни, мне нужна помощь. Я не беру добрых услуг, пока. Джонни, речь не об услугах, я тут попала. Ей должен вытащить меня из заварухи, или они меня убьют, или еще что-то похуже. Блин, Эш, где ты? Какое-то здание на Вардит-стрит. Пожалуйста, побыстрее. Ладно, постараюсь. Чё с мотоциклом? Короче говоря, направляемся к Эшли, так как где маркер стоит. Короче говоря, у меня такая вот машинка есть. Куда ты на байк садишься? А ну в машину садись. Вот такой вот офигенный фургончик. Интересный. На нем мы сейчас и поедем. Так. Здесь, значит, где-то. Наверняка там будут наркоманы, которых надо будет стрелять. Я приехал за тобой. Тебя никто сейчас не побеспокоит. Дебилы. Дебилы. Еще тут сейчас будут. Ну уже. Так. Блин, какая-то квартира вообще бомжатская, бедняцкая. Лепать-то ты умеешь, конечно. А, ты умеешь отмазать. Ну, иди сюда, блин. Что не так-то? Мне как-то тут не нравится. Может, уедем отсюда? Да, мне подавно не по себе-то. К тому же я не любитель распрощаться со своей головой на неделю или сорваться в трип. Я припоминаю, как ты раньше тут частенько тусовался. Теперь это все закончилось. Отвези меня домой, меня ломает по-страшному. Да. Еще одни. Да ты под кайфом тут. Сколько? 2-3 дня? А я что, считала, что ли? Ты же знаешь, тебе нельзя это. Да, да, да. А чё, ты ждал, что я чистый буду, да? Без тебя. Ну, если ты хочешь, хоть бы телефон брала. Ай, неважно. Я знаю, я плохая. Ну так накажи меня, я не знаю. Ударь меня, докажи, что я не права, блин. Да хватит тебе уже. Накажи меня, я не понимаю ведь по-другому. Сама себя мучаешь, идиот, тупая. Ударь меня. Отвали уже. Я тебя любил, пока ты не изменила, Спилли. Какие сладкие слова, Джонни. Ты думаешь, я сладенькая такая, да? Нет, ты не годишься, этого довольно. Да, у тебя симпатичный тут берлога. А, не сейчас, мне нехорошо. Да, мне казалось, ты говорил, что ты бросил курить. Да, так и было. Честное слово, я никогда тебя не обманул. Да ладно, врешь и не краснеешь. Я ко мне крышу сносила. Да, знаешь что, милая, все чертям летит. Но с моей стороны глупо предполагать, что все иначе пойдет.
А, прости, я знаю, я вовсе не подарочек. Я твоя, ты ведь в курсе, да? Но если ты так говоришь, я тебя люблю, Джонни. Спасибо, что снова меня спас. Да, не надо. Знаешь что, мы ведь получше прочих-то, не так ли? Мы можем получше жить, да? Ну да, можно надеяться. Мы сядем на мотоцикл и уедем в восходящее солнце. Я и твои маленькие слабости, да? Это ты моя слабость, Джонни. Да, не смеши. Не смеши. Да. Очень симпатичная берлога, я такое сказать могу. Ну, это сарказм, я надеюсь, конечно. И надеюсь, что вы поняли, что это сарказм, конечно. Короче. Кто нам выдает следующее задание? Стабс? Стабс, значит. Ну ладно. Встретимся у него. Чик-чик. Здравствуйте, Джонни Клэббитс. Да, это кто? Вы пытались толкнуть героин моему коллеге по имени Чарли. Эта ошибка вам дорого обойдется. Вы кто? Агент Джонс FIB. Мы хотим, чтобы вы пришли к нам поговорить. Вы просите себе жизни или если расскажете нам о своем клубе? О, идите вы нафиг, федералы. Разговор окончен. Если есть улики, получайте ордер. Так, давайте съедим что-нибудь, у нас здоровья не так много. Дайте мне хот-дог повкуснее. Ой-ой-ой, осторожно. Алло. Привет, Джеймс, как жизнь? Да, брат, потихоньку. Слушай, один парень, которого мы увели байки, ангел смерти, хоть еще целый список составил. Хочешь на него поработать? Еще не влипнул еще в одну историю с продажными копами. Да не, никаких копов, позвони Ангусу, когда созреешь. Он тебе все расскажет, давай, братан. Другой маршрут. О, мистер Стабс ждет вас. Здорово, мужик, как сам? А, да, здравствуйте, сэр, у меня все прекрасно. Слушай, я бы тебя хотел спросить, тебе правда нравится твоя жизнь? Я не совсем вас понимаю, сэр. Ну, знаешь, все эти богатые кретины, которые ты тут обхаживаешь. Деньги, все дела, типа счастье. Да, сэр, что-то вроде того. А вот вы скажете, вы счастливы? Я имею в виду, посылая людей на три буквы. И прям удовольствие от этого получаете. Ну, я понимаю, что всегда найдутся люди, которые тебя достанут. Только они по-разному одеты. Ну, как скажете, сэр. Мистер Стабс в парилке. Сюда, пожалуйста. В парилке? О, господи. О, Клэббитс, как поживаешь, приятель? Здрасте. Торчу тут одетый в парилке с политиком-убийцей. А моя жизнь катится ко всем чертям. Да ну и фиг с ним, отлично я поживаю. Скучайте по дядюшке. Терапия меня замучила. Ну-ка, так смените психолога. Не, я хожу к доктору Уайту с 7 лет. Этот человек просто гений. Ладно, чем могу быть полезен? Какие-то у меня не по обстановке. Но видишь ли, в самых землях административного центра произошла досадная ошибка. Группа выдающихся горожан... Избиратели по ошибке была взята под стражу полиции Liberty City. А вы сами не в состоянии разобраться? Я дернусь за пару ниточек. Не-не-не, все слишком зашло далеко. Бюрократическая машина уже запущена. Словом, тебе нужно знать, эти джентльмены в тюремном автобусе находятся. Тебе предстоит их освободить. О, понятно. Автобус стоит у полицейского участка в Лефтвуде. Вытащи их оттуда, а мы в долгу не останемся. Ладно, я понял. Я понял, только полотенце свое не скидывай. Итак, в прошлой серии насмотрелись достаточно на твои эти самые причиндалы.
Заберитесь до места. Блин. Где находится тюремный автобус? Он находится... Ну, понятно, у полицейского участка. Давайте сядем в эту тачку и поедем туда. Ой, блин. О, одежда жмет. Раньше, небось, в костюмах Персея расхаживали, да? Ну, слушайте, от моих действий никто не пострадал. Аналоги уйдут вам на зарплату. Ну и где же ваша биржа, а? Вы думаете, что я лучше меня, да? Тебя убить мало. Я видел, что ты сделал с твоим, с этим парнем. Человеческие органы не должны так выглядеть. А ну, пошел, блин. Да, кажется, их хотят казнить. Да, у нас оружия нормального-то и нету совсем. Так, тут дырка в заборе должна быть. А, впрочем, какая дырка в заборе? Мы туда толком-то и не сможем залезть. Просто возьмем и перелезем туда. Блин, вот надо было, наверное, оружие купить, съездить, прежде чем начинать вот это вот. О, боже мой. На вкус лучше того, что нам давали в тюрьме. Вот это сильно, да. Ладно, раз уж мы поели, предлагаю сменить маршрут. Так, оторвитесь от копов. Я помню, куда нам надо доехать. Нам надо доехать вот аж в этот краешек куда-то. Поэтому мы сюда, собственно, с вами и поедем, чтобы оторваться от копов. Ну, знаете, вот эта вот миссия немного довольно сильно-таки бесячая. От копов оторваться это та еще проблема, потому что автобус очень медленный. И оторваться от копов на нем это та еще проблема. Да и причем, тем более еще и на трех звездах. Вот это да, вот это... А, они там наручники сняли друг с друга. Блин, еще и заносит автобус так сильно. Короче. Короче говоря, сейчас я избавлюсь от копов, потом вернемся. Ха-ха, оторвался. О! Твою ж налево, а. Засмотрелся. Я это не специально сделал. И как отсюда выйти? Так, сейчас. Что хоть не перевернулись, блин. Не, я в натуре сейчас просто хотел... ехать вот так, чтобы... и... не заметил, что там впереди было. Я вообще думал, что я в реку куда-то улечу сейчас, но нет, там никакой реки не было. Блин, вот это вот задание реально, мне кажется, самое сложное из всех. Потому что на таком автобусе от копов это капец просто. Ну и мы доехали.
Спасибо, сэр. Мы с моими собратьями, по несчастью, вам очень признательны. Нам нужно спешить на катер. О, я люблю морской прибой. Хочу на море любоваться им с тобой. А мне так хочется бродить туда-сюда без цели, просто шум прилива, пам-пам-пам. Да, счастливо вам там всем. Так, ну и дальше какие задания? Ваши друзья уже в море, мистер Стас. Пожелайте им удачи, она им понадобится. О, не беспокойтесь, этих ребят удачи хватит на 10-х. Видели бы их в 73-м году. Поверьте, короткое заключение и путешествие по Панаме для них не проблема. Все они прирожденные торговцы хороших кровей. Ставятся мне проблемы будут, как на этот катер затесался один пассажир. До встречи, мистер конгрессмен. Ну, короче, задания следующие какие будут? А. Нужно, чтобы ты поучаствовал в одном обсуждении, Джон. Приезжай. О, да, конечно. Сейчас приеду. Чик-чик. Так, я еще съездил, оружие взял. Но по-любому нам пригодится в этом задании. Дерьмо случается. Билли, мне кажется, у нас нету выбора. У меня есть выбор. Я убираю свободу, а не рабство. У меня есть выбор. Джем, я очень тебя люблю с тех пор, как ты разменял что-то десяток. Да, с тех пор, как ты на это дерьмо все подсел. Тебе тоже подкисло. Полегче, Джим, ты не забывай, с кем говоришь. Что у вас здесь? Я просто пытаюсь втолковать нашему другу, что чей товар, того и правда. Мы должны его заставить узкоглазых заплатить. За что заплатить-то? Слушай, Джонни, у нас тут сделка накалывается. Думаю, парни вроде тебя это образ. Да, вот только Джим говорит, что это проблема. Понимаешь, Герыч, который мы слямзим, принадлежит китайцам. Ты слегка стуканули. Ну и пускай. Да, наконец. Слушай, я на это забил бы давно. Парни из тех, кого можно отшить. Они вооруженные до зубов. Они уже грохнули пару ангелов, когда выяснили, что товар пропал. Вот я подумал, может нам удастся провернуть с ними сделку? Ну да. Может, почему бы тебе просто... Передайте Чаду, что я тут трезвый, как стеклышко. Слушай, я подумал, что мы тут раз вновь взяли войну с ангелами смерти. Также учитывая, что факт пару правительственных агентов сует нос в наши дела. Может, поскорее сбыть Герыч? Что скажете? А ссориться сейчас с кем-то было? Не было. Плохая мысль. Учитывая тот факт, что даже друг с другом поцарапаться не можете. Да, ты прав. Давайте... Возьмемся за руки, споем кумбая. Да, как хочешь. Это не повод для шуток, Билли. С тобой нам или в гроб, или за решетку. Но туда я не вернусь, лучше сдохнуть. Да, это верно. Можешь обойтись без того и другого. Я просто хочу сказать, что очень удачный момент большую дурь сбыть. Подходящий момент. Окей, ладно. Тихо-тихо, давай, осторожно. Ну, лечиться нам не надо, у нас и так. Копы к нам приглядываются, Билл, пора нам завязывать. А ты рот на замке держишь? Не забывай о том, что бывает со стукачами. Да я с копами не откровенничаю. Все же стоит себя поаккуратнее вести. Можно лечиться, но у нас здоровье полное. Поэтому в этом нету смысла. Связаться с узкоглазыми это как-то стрёмно. Но Билли сказал, мы сделаем. Вперед. Да так ты не понял, что я не выделываю Джонни? А чё, нас всего четверо, что ли? Мне какая-то была... У тебя была подружка, Брайан? Да, тратить еще на эту ерунду время. У меня есть братья. А с подружкой можно и в клубе иметь. Да, ты лучше не скажешь. Таким парням лучше даже за это дело не браться, как ты, Брайан.
Заткнись. Удивительно, что Билли на это согласился. Это его первый разумный поступок, когда он вышел из клиники. Да, может, он начнет успокаиваться уже. Думаю, он просто бахнулся лошадиной дозой герочи, мне кажется. Так, нам долго еще ехать, а? Маршрут нам не указан. Откуда ты узнал, что порошок принадлежит триадам? Так и по всему городу уже он идет. Его привезли несколько недель назад на корабле Утконос. Черт, Джим. Небось, кладем премудрости. На корабле Утконос. Там сейчас русские. Если я не ошибаюсь, там Дмитрий Раскалов. Джонни, ты прямо оттащал. Уже нервничаешь, что ли? Может, тебе тренажерку сходить? Ты сам уже не такой накачанный, когда был, жрал стероиды, Билли. Ха, может, руки-то похудели немного. Но остальное все в порядке. Спроси у Эшли. Да? Да, Билли, ты наш вожак. Может, докажешь это лишний раз в братве? Небольшую гонку давай. Наконец-то нам указали маршрут. Я приеду, как всегда, быстрее. Я не надеюсь, я в этом уверен. Полностью. Где-то здесь это вроде бы. Китайском. Да, здесь. Это китайский квартал, значит здесь. Знаешь, Билл, хотя я тебя и сделал, но ты все равно вожак, без предъяв. Итак, короче, Джим, Джонни, раз уж вы обеими руками взялись за эту сделку, то сами передайте Герочу узкоглазым. А вы вдвоем чем будете заниматься? Мы прикроем ваши тылы, потому что, в отличие от тебя, мой друг, я не очень доверяю этим желтозадым. Удачи. Зачем вам удача? Мы защитим их. Ну ты уж постарайся, приятель. Так, Джонни, это... Ладно, мы не будем дергаться, все будет хорошо. Давайте-ка проясним. Вы пришли продать нам назад наш же героин, да? Вы, братья Пателлицы, доставляете нам в страну героин, и зачем? Чтобы вы украли его, да? Слушай, мужик, мы либо ведем бизнес, либо устраиваем войну. Вам решать. Похоже, в вашей стране нет, между этими вещами ничего общего нет. Вы тупицы. На, так просто нам не выбраться. Где Билли, блин? У нас уговор был. Одной пули-то и может быть мало. Ой. Парочка сверху. Да и не парочка, их несколько сверху. А где Билли, Брайан? Почему они не защищают нас? Они сказали, будут прикрывать наши тылы. А их нету нигде. Так, нет, нам это не нужно пока. Так это... А, это та самая двухстрельная... Двухствольная пушка, она нам вообще без всяких... Шиш не нужна. Держись ближе, братан. На. Появился из тени.
О, господи, откуда что-то многовато их. Ох. О, как скользишь. Глупый ход. Так вломиться сюда. Вы в отчаянии или просто глупые? Давай, мужик, погнали. Ну ты дебил, чё, нормально нельзя было спуститься? А, вот и они. Так. Ты подставил меня, Джонни! Ты подставил меня! Руки за голову! Немедленно! Пошел нафиг, Джонни, чтоб ты сдох, ты покойник! А ну-ка, заткнись! Тебе кранты, заткнись! А, вот говно, а. Джонни Клебец. Брайан, мы просрали Герыч. А Билли повинтили, где ты? Да, Билл в полной жопе благодаря тебе. Да я здесь за углом. Мы идем. Стой там. Давай двинем к мотоциклу. Благодаря мне? Как в смысле? Ну что там стряслось-то? Да без понятия, мужик. Голос убили был злющий. Да, теперь на норах у него куча времени позлиться на здоровье. Но меня он зачем в это все втянул? Да без понятия, у нас проблемы покруче. Мы опять остались без вожака. Тебе придется рулить бандой, мой друг. Это все равно, что рулить тонущим кораблем. Вот что мне делать, а? Держись поближе к братве, сейчас мы должны быть вместе. Да, тут ты прав. Посмотрим, что скажет Брайан. Клебец, что за бред? Что там стряслось, а? Теперь вы президент филиала клуба, возглавьте колонну и приезжайте в свой район. Лечиться мы, правда, не можем. Ну и ладно. Ну-ка, держитесь ближе. Что ты, Билли-то, не выручил? Не понял. На нас Джонни наскочили. А ты-то что, Билли, не помог? Да на меня самого тут насели. Я что, должен был... У нас с Билли никаких терок не было. Он в карман мне не срал. Ну уже, чего вы там застряли? Едьте сюда. На тебя самого насели. Джонни, когда мы приедем, вам нужно собрать всю братву. Выложим что да как. Да, вы мне рот-то вы не заткнете. Ну, Брайан, я тебя послушаю. Самому интересно, что за бред там произошел. В натуре, блин. Брайан, а какого черта вы сбили, делали, там что попало, когда рядом на нас напали? Отвечай. Блин, когда отъезжаешь, серьезный вопрос, Брайан, что там стряслось? Билли говорил, что сделка с рядами была на мази. Ты наверняка сам все и просрал. Джонни и Билли на самого начала был против тебя. Ладно, хорошо, в конце концов, братья не поширяют меня на явную подставу. Не так ли? Тебе придется стать президентом клуба, Джонни. Кому же еще? Не станет, если прислушаться к моим словам, если Билли об этом услышит. Но это ты братве расскажешь, Брайан. Вы прикрывали нас сзади, да? Мы вас даже не видели нигде. Вы просто сидели, стояли, отдыхали, по-моему.
О, офигеть, мы еле выжили. Да что за фигня створится с Билли? Да, с ним все в порядке, дружище. Вы двое нас угробить, что ли, решили, а? Билли был прав насчет тебя, я знал, что стукач. Теперь Билли конец. Да не конец, мой Брайан, он просто угодил за решетку, не умер ведь. Ты сдал его с потрохами. Ты ничего подобного. А из-за его сраных планов почетки. Ты нас продал, ты всегда хотел стать главным. Ты мразь, Джонни, Иуда, блин. Ты что за бред несешь, а? Жополис мелкий, блин. Эй, Брайан, Джонни вовсе не такой. Да, Джим, ты не дотягиваешь, я знаю, ты нормальный парень. А вот этот жердяй, тот еще козел. Он сдал его из Волкова, знаешь почему? Потому что его взяли в оборот. Встретили его, стали названивать. Я знаю, потому что они со мной поступили так же. Ты нас сдал. Если ты сейчас не заткнешь свою пасть, дружок, ты покойник. Ты упрятал Билли за решетку. Дай нам телефон. Докажи, что ты с копами не общался. Я нифига не собираюсь тебе доказывать. Ни с кем я не общался. А, погнали. Даже к нам не смей подходить. Ах, Джим, придется мне побыть президентом банды. Когда люди прознают, что Билли повязали на нас, так наедут, что мало не покажется. Ничего, прорвемся, мы же братья навек. Пропащие наши все. До скорого. Так. Жесть. Билли погиб. Билли не погиб. Билли арестован. В общем, какая-то ошибка, короче. Там должно быть написано «Билли арестован». А почему-то написано «Билли погиб». Брайан покинул банду, блин. Короче говоря, подстава это все была. Билли хотел избавиться от Джонни Клевица и... хотел подставить его. Наверное, опасался, что Джонни станет его сильнее и высокопоставленнее. И решил подставить его, чтобы триады угробили его. Но в итоге его самого повинтили. Еще и подговорил Брайана на предательство. Билли и Брайан очень имеют сходство с Биг Смоуком и Райдером. Правда, в отличие от Биг Смоука, Билли тут именно хотел убить Джонни Клебица все время. А Биг Смоук так не поступал. Биг Смоук не хотел никогда убивать Си-Джея. Это в последней миссии. Ему ничего не оставалось, как дать отпор. Ладно. На этом все. С вас лайкос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и группу ВКонтакте. Всем пока.